Здравия желаю. Сегодня нашел новый мотор и решил его проверить, годится ли он для БГТ применять его в схемах. Как проверять, чтобы вы знали? Мотор открутил от стиралки. Вот, подключение показывал. Подключение, значит. Так. Это вот красный. Так, сейчас. Красный. С катушки. А этот белый. Со щетки. Соединяем его вместе. И остается у нас коричневый. С катушки. И черный. Черный. Со щетки вот с этой. Подсоединяем то плюс-минус или фазу 0, без разницы. Как подсоединять здесь? Где плюс, где минус, где фаза, где 0, никакой разницы нет. Напряжение на него подается, чтобы он вращался, от 5 вольт до 240. Поэтому у него нету никакого этого самого пускового тока. Почему? Потому что сколько не подаешь на него напряжение, допустим, он запустится потихоньку, потом разгонится и возьмет свое. То есть пускового тока нет. Он просто будет медленнее вначале идти. И вот это путает, что пусковые токи. Ну это ладно. Значит, мы его проверяем, годится ли он для БГТ в дальнейшем, чтобы к нему привязать генератор сюда, приварить или там на муфту. Как мы проверяли? Сейчас покажу. Значит, включали, значит, сеть через реле 0,1, 0,2. Вот сейчас посмотрите. То есть 0,1 секунды работает, 0,2 стоит. Пожалуйста. Видите, и он берет такое впечатление, что питание якобы подается постоянно, видите? А питание через раз. Если, не, если думаете, что это отдельно, вот смотрите, видите, лампочка мигает. То есть это от той зарядки. То есть получается, что получаем? Он работает, значит, один раз, 0,1 секунды. Значит, работает. Вот в сети получаю 18 ватт, я мерил. Вот. А еще 0,2 секунды. Работать на халяву. То есть КПД у него получается 200%. То есть такой мотор, вот видите, 24 вольта, как вот. Как будто, значит, перерывов нет. Расход 18 ватт. С реле и без, расход 18 ватт, одинаковый. Рептилоиды говорили, что типа расход одинаковый, а вот они считать-то не умеют. Расход одинаковый, а время-то больше. Он у нас движется, не, значит, не одну часть, а три части, еще две на халяву. Получается, КПД у него 200. То есть вот так и подбирайте моторы для БГТ. Такой мотор можно сюда цеплять генератор к нему. Вполне будет БГТ. На этом заканчиваю репортаж. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.